Не только на земле, но и в воздухе за водителями на загородных трассах следят беспилотники. С помощью летательного аппарата ведется наблюдение за автомобилистом с момента совершения нарушения до остановки инспектором ДПС. Изображение передается в режиме онлайн на наземный пункт управления, сообщили в МВД по региону. Подобные профилактические рейды проводят регулярно. Их цель – снижение аварийности на дорогах, профилактика агрессивного вождения. Основной вид нарушений – это выезд на полосу встречного движения. В полиции отмечают, что в январе этого года число погибших в авариях по этой причине сократилось на 37,5%. Именно это нарушение чаще всего приводит к ДТП с тяжкими последствиями. За два последних рейда с использованием БПЛА было задокументировано 5 таких административных правонарушений. Отснятая видеосъемка представляется в суд и служит доказательством вины нарушителя.